Дежурная служба МЧС, еще помочь. Срочно, Минская 18, закрыта дверь, мужчина горит. Горит мужчина там? Первый этаж. Первый этаж, какой подъезд? Первый. Хорошо, выехали. Мы все, естественно, спали. Постучалась соседка очень громко. Я подошла, открыла дверь. Она сказала, что у вас здесь пожар в соседней квартире. На коридоре было большое задымление. Причем в квартире тоже небольшое такое задымление было. Был запах. Я испугалась за счет этого. Разбудила мужа. Мы посмотрели, все ли в порядке с ребенком. Ну, как она мне рассказала, что он кричал «помогите», и она услышала этот крик, вызвала МЧС и скорую. МЧС в 7-ю квартиру там выносили уже выгоревший то ли диван. Очень громко, ну, вообще бегали МЧСники, спрашивали, что и как, вызывали скорую помощь. Причем сосед никак не хотел уходить в эту скорую помощь. МЧС быстро справились со своей задачей, в принципе. Курил в постели. Когда проходишь по коридору, слышно, что всегда было дымно, так сказать. Я благодарна МЧС и милиции, они нам всегда помогают и спасают нас. Конечно, благодарна, это просто великие люди.